Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! От ряда предметов может зависеть успех проведения опыта. Не уничтожена лабораторная с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично! В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность! Вероятно, может вами гордиться. Thank you.
блоки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры.